Этот волнительный день ученики 11 классов лицея имени Лобачевского встретили в Большом зале Уникса, где их поздравляли не столько с окончанием школы, сколько с началом большого жизненного пути. В программе праздника были песни, танцы и поздравления, но началось все, конечно же, со школьного вальса. После него поздравительное слово взял ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Прежде всего, хочу поблагодарить всех вас за то, что вы своим упорным трудом, ежедневным трудом, сделали все возможное, чтобы наш лицей вот уже второй год подряд признается одним из лучших лицеев Российской Федерации. Свое выступление ректор закончил традиционно, бросив в зал букет на счастье поймавшему его выпускнику. Кроме ректора, поздравить выпускников на сцену вышли директора институтов Казанского университета. От коллектива директоров, которые все хорошо понимают, что такое наука. И я думаю, что большинство из вас, выпускников, тоже хотят заниматься наукой. Поэтому вам, дай Бог вам всю жизнь жить в кайфе от науки. Удачи вам! Однако не одними одиннадцатиклассниками и их родственниками был полон в этот день зал. Поздравить своих друзей и подруг пришли по старой традиции ученики 9 и 10 классов лицея. Некоторые из них даже сказали выпускникам теплые слова с большой сцены Уникса. Друзья, одиннадцатиклассники, хочется пожелать вам успешной сдачи предстоящих экзаменов и дальнейших удач на разных поприщах. Помните, вы все знаете, все умеете. Вам нужно лишь немножко внимательности, немножко везения и хорошее настроение. Это мы, юные мы, нужные мы, выпускники и малыши. Нам открыты все пути. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюз.